Я Михаил Лесноюс, уроженец Украины. А в 42-м году был угнан в Германию. Я начал, я расскажу, не закончил. Там я был схвачен, и там посадили меня в гестапо, в Санкт-Петербурге. А потом через две недели приехали эсэсовцы из Ватхауса. Шприц, кровь берут, там это же... И на малярию. На малярию. А мы вас туда не зашли. Ich es fühle, dass wir, wir sind ja schon die Letzten. Es gibt schon nicht viele Leute, die von den Überlebenden am Leben geblieben sind. Ну надо, чтобы молодежь у нас помнила, кому-то еще рассказывала. Потому что такое неприятное, страшное пережили, жизнь такую. Чтобы поколение знало после нашей смерти. Я так думаю. Foolikoischen's Gold, aha, fallen dicke Blätter, aha, fliehen dicke Tag, aha, wie well riet's der Blondgen, wenn's liegt gedichter Neppel auf mein Weg.